Цветение сакуры всегда впечатляет. Это такое нарядное растение, как праздник. Ну, тем не менее, вот эта сакура, она прожила уже долгую жизнь. И здесь видно, как разрушенный такой старый пень. Уже скоро ей придется ее менять. Вот. Ну, под названием сакуры вообще в Японии размножают три вида вишен. Вишня пильчатая, вишня сахалинская, вишня короткощетинистая. Все это объединено под названием сакуры. Там, конечно, разнообразие сортов гораздо больше. То есть это только три вида еще сорта. Но у нас зимуют только некоторые, способные выдерживать наши зимы, потому что климат там, конечно, помягче. Ну и эта сакура, она зимует, и уже довольно такое старое растение. Ей уже больше 30 лет, вот этому дереву. Ну, как и все вишни косточковые, считаются менее долговечными, чем семечковые породы. Поэтому она уже на свой возраст очень старая и уже разрушается. А скажи нам, как сакура размножается? Ну, вот такие махровые формы только прививкой. Потому что прививают? Подвой может быть или черешня обыкновенная, или вишня в основном. Вот это привита в корневую шейку. Можно прививать на штамбе, но мне больше нравятся в корневую шейку привитые. Тогда они более долговечные, да и на цветы любоваться ближе. Ее ведь выращивают ради цветения.